Не могу понять, что там находится такое. Палатка, что ли? Небольшое лирическое отступление. Я тут нашел одну удивительную штуку. В общем, чего только не найдешь в лесу. Я уже снял для Инстаграма, а вот про Ютуб забыл. Вот. Тут разные шумы были. Я думал, кто здесь ходит. Вот. Но это, к счастью, были обычные животные. Вот. А сейчас я покажу поближе это место. Тут явно кто-то жил. Ну, к счастью, уже не живет. Видимо, переместились. Вот такой вот шалашик. Все прилично, даже дверь оббитая одеялом, матрасик, вон тут все, тапочки, обувь вот лежит. Не знаю, видно или нет. Мне, если честно, не очень-то видно. И картоном обшито. Прямо даже окно есть. Вот, полотенца всякие, салфетки. Вот я перед этим находил всякие разные вещи. Смотрите, даже виходка есть. Разные вещи находил, спрашивал, откуда они могут взяться в лесу. Вот, а вот отсюда. Вот прямо таким вот образом, видимо, и попадает. Там зонтик, кстати. Вот зонтик. И обувь женская со всякими рюшечками. Доска разделочная. Пинг, блин. Все уже проржавевшее. Бутыльки разные. Там, видимо, это была томатная паста. Кто-то здесь устроил настоящую фазенду. Можно сказать, зимовье кто-то построил. Ну ладно, буду выбираться из этого места. Вот так можно до бесконечности. Какой-то порошок. Овощи зеленые от природы.